Сирийское правительство в субботу впервые за много лет позволило нескольким жителям Алеппо посетить цитадель в центре города. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО с начала гражданской войны находился под контролем армии. В начале недели лояльные президенту Башару Асаду войска заявили об освобождении восточных районов от бойцов вооруженной оппозиции. После нескольких лет противостояния некогда самый густонаселенный город Сирии превратился в руины. Однако благодаря тому, что цитадель все эти годы была под контролем армии, разрушения здесь оказались не столь значительными. Тем не менее, некоторые из посетителей в субботу не скрывали своих эмоций. «Они разрушили наши детские воспоминания», — говорит житель Алеппо. «Сюда мы приходили играть в футбол, когда были маленькими. А вон там стояла мечеть, теперь она уничтожена. Сюда приезжали люди со всей Европы, а теперь все разрушено». «Я боялась сюда приходить, но меня уговорили и привезли», — говорит жительница Алеппо. «Я не нашла здесь ничего из того, что я помню. Но если бы тут не стояли правительственные войска, разрушений было бы гораздо больше». Сейчас представители властей оценивают масштаб ущерба, нанесенного цитадели. После этого памятник ЮНЕСКО будет восстановлен силами сирийского правительства.